До нашого ефіру зараз долучається Еміль Шлимович, головний редактор порталу «Деталі Ізраїлю». Пане Емілю, я вас вітаю в нашому ефірі. Здравствуйте. Пане Емілю, розкажіть, будь ласка, нам, яка зараз ситуація в Ізраїлі? Все относительно спокойно. У нас сейчас армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировано было в общей сложности 1500 боевиков из числа тех, кто вторглись на территорию. Территория полностью сейчас под контролем. Пробои в границе взяты тоже под контроль. То есть все герметично достаточно. 300 тысяч призваны в резерв, которые перенаправлены на север и на юг. В больницах. В общей сложности у нас число раненых примерно 2900 человек, но в больницах сейчас остаются 544 уже только пациента. Из них, правда, трое в критическом положении и больше 120 в тяжелом. Вот. Но ситуация в стране, в общем-то, относительно успокоилась. Не было обстрелов массированных, почти не было обстрелов, по-моему, начиная с полутретьего ночи. Ночью еще были обстрелы по югу. По центру уже не стреляют. К сожалению, поступила информация о гибели некоторых заложников. Известно как минимум об одной казни. А есть еще 4 человека, которые погибли в Газе. Хамас говорит, что в результате израильского удара, но проверить, были они убиты боевиками или на самом деле оказались жертвами, невозможно. В секторе Газа 187 тысяч перемещенных лиц. Это те жители, которым армия предупредила уйти из мест, где могут находиться военные или логистические объекты боевиков. Там Израиль отключил поставку электроэнергии, отключил поставку воды. И сейчас продолжается подготовка к наземной операции, продолжается выработка ее целей, продолжается сканирование все еще этих южных поселков. Есть подозрение, что где-то еще могли затаиться 1-2 террориста, и продолжаются оперативные действия на территории западного берега реки Иордан. Вчера там было арестовано 29 членов хамасовских ячеек. Скорее всего, такие превентивные аресты продолжатся, потому что, в общем-то, большая часть из ячеек, она известна, выявлена. Но это мы говорим уже не о ячейках, не о Хамасе, который вторгся, а просто о такой террористической текущей активности на тех территориях. От ви кажете, що зараз іде підготовка до наземної операції на території сектора Газа і визначення цілей. Коли може початися операція, які будуть кінцеві оці цілі цієї операції? Про цели пока что мы не знаем. Есть разговор о том, что Израиль может попытаться сделать широкую буферную зону до границы, чтобы затруднить в будущем приближение к основным пограничным заграждениям. Причиной провала сейчас называют не столько неудачную работу по обнаружению атаки, сколько неправильную оценку. То есть предупреждения были, по всей видимости, но к ним отнеслись не с той долей серьезности, как хотели. В любом случае, это провал разведки, в любом случае, провал аналитического отдела, но вот это стало более-менее известно. Не будет цели вновь взять под контроль сектор Газа. Он никому не нужен. Это около 2 миллионов человек, нищих, озлобленных, в жуткой застройке. Мы не будем возвращаться к ситуации до 2005 года, когда Израиль полностью контролировал эту территорию, содержа там огромные силы армии и подвергаясь постоянным точечным террористическим атакам. Не таким мощным, но тем не менее. Этого не будет. Скорее всего, будет поставлена цель, и она озвучена уже сейчас, но чрезвычайно, скажем так, размыто, что целью наземной операции станет значительная ликвидация возможностей и потенциала военного террористической группы «Хамас». Возможно, мы увидим ликвидацию каких-то крупных главарей. Возможно, мы увидим ликвидацию не только зданий, где находятся военные и логистические объекты, но и достаточно богатых домов. Руководители «Хамаса» и руководители вот этого квази-государственного объединения, в частности, дом из Синуара, он был уничтожен. Говорят, что там погибли в том числе члены его семьи. Ви щойно сказали, що були все-таки страчені кілька людей, власне, як і погрожували терористи, якщо ЦАХАЛ не припинить свої операції на території сектора Гази. Враховуючи все це, як будуть далі діяти і ЦАХАЛ, і уряд Ізраїлю, тому що
гинуть люди, яких взяли в заручники. Это чрезвычайно тяжелая проблема. Вроде бы, я говорю это с достаточной долей осторожности, нашей разведке уже известны все, кто был похищен, не очень понятно, как вызволять. Сейчас Катар ведет переговоры посреднические, пытаясь добиться, чтобы Хамас освободил хотя бы женщин и детей. Там много маленьких детей. В обмен на то, чтобы Израиль освободил не всех палестинских заключенных, как требуют террористы, а тоже женщин и несовершеннолетних. По данным палестинской правозащитной организации, таких в израильских тюрьмах, арестованных по обвинению в терроре, может быть чуть больше 30 женщин и около 170 подростков. Это посреднические усилия со стороны Катара. Удерживают наших людей боевики исламского джихада, которые в этой операции, естественно, стоят бок о бок с Хамасом. Я не могу вам сказать, известно ли разведке, как именно, в каких именно местах их держат. Надо помнить, что Газа под самой Газой, под самим городом Газа, разветвленная сеть туннелей, бункеров, бомбоубежищ, есть много мест, где можно держать похищенных. Это один из серьезнейших факторов, который может стать сдерживающим. И сегодня утром Хамас уже заявил, что он начнет казнить заложников в ответ на удары Израиля. Но удары пока не прекращаются. Це, якщо я не помиляюся, вперше взагалі за історію нападів терористів на Ізраїль вони змогли взяти в полон, захопити таку кількість заручників. Говориться о 130 заложників, які схвачені. Ми не знаємо, нет оцінки, наскільки ця цифра велика. В обмен они пытаются освободить, по предварительным данным, 5200 заключенных из израильских тюрем. Продолжите, будь ласка. Да, я хотел просто сказать, что в истории Израиля были захваты заложников, были успешные примеры их освобождения. Но вот были же крупные группы заложников, захваченные и в поселках на территории Израиля, и все они были освобождены в итоге, они не пострадали, не 50 человек примерно в столовой одного из кибуцов, из поселков, не люди, которых захватил террорист просто в жилом доме, но сейчас там проявляются просто дополнительные злодеяния боевиков, которые вошли, были случаи, когда подожгли дом, как бы не зашли, увидели, что, наверное, людей нет, не стали разбираться, подожгли, просто там люди сгорели. Были случаи, когда просто расстреливали не просто мирных людей, а просто детей расстреливали. Это однозначные не просто преступления, а преступления против человечности. Их можно было бы назвать военными преступлениями, если бы Хамас реально был не террористической организацией, а каким-то руководителем какого-либо государства. Но, да, ситуация с заложниками, она тяжела. Пане Еміль, зі своїх джерел Reuters повідомили, що терористи Хамас, вони начебто досягли тієї мети, якої вони хотіли досягти цим варварством, і тепер начебто готові сідати за стіл переговорів. Як ви вважаєте, чи взагалі можливі переговори у даному випадку? Якщо так, то хто може бути посередником? Посередником традиционно выступает Египет. Надо отметить, что у Египта здесь достаточно двойственная традиционная позиция, потому что те же самые боевики свое оружие и многое другое получают через туннели контрабандные, которые прорыты через Филадельфийский коридор и ведут на территорию Синайского полуострова, где на этой деятельности наживаются и контрабандисты, и местные кланы, и коррумпированные египетские военные. Получается, что любая проблема Израиля, которая исходит от террористов, она частично создается Египтом, ну, как минимум, невозможностью уследить за этим и закрыть, наконец, закопать эти туннели. А потом Египет выступает посредником и начинает ситуацию разруливать. Египет уже участвует в этих посреднических переговорах, и Хамас, да, объявил, что он к переговорам готов, но теперь это не значит, что
Израиль к ним готов. Заявления западных стран, очень многих держав Европы, Соединенных Штатов и так далее, которые выразили поддержку Израиля и выразили его готовность, подтвердили его право на самооборону, имеет практическое значение. Это не просто риторика. Как правило, после такой риторики Израиль не подвергается критике, невзирая на жесткость ответных действий. Это такой знак, что, ребята, ваши руки развязаны, отвечайте, как считаете нужным. Наземная операция пока готовится. У нас есть время для того, чтобы подготовить планы, подготовиться в плане брони, понять, какая именно туда будет заходить. Но то, что Хамас готов к переговорам, пока на этом этапе не означает, несмотря на все его угрозы, что переговоры начнутся прямо сейчас, пусть даже при посредничестве кого-то, не напрямую, разумеется. Дякую вам дуже, пане Емілю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і всьому Ізраїлю бажаю тільки перемоги в цьому протистоянні. Большое спасибо. Победы нашим странам над террористами. Так, дякую. Нагадаю, це був Еміль Шлеймович, головний редактор порталу «Деталі Ізраїль».